И более подробно об одной из мирных акций, которая прошла в субботу. 28 августа состоялось шествие, инициированное Украинской Православной Церковью в поддержку традиционных семейных ценностей. Приурочили ход к празднику Успения Пресвятой Богородицы. В марше приняли участие около 3000 верующих одесситов. После благословения митрополита Одесского и Измаильского Агафангела колонна стартовала от Спаса Преображенского собора до памятника Дюку. Уже там участников шествия ожидала концертная программа. Самое хорошее впечатление. Вы что, дети такие довольные, рисуют, шли, пели все. Очень нравится. Слава Богу, побольше надо таких мероприятий, чтобы мы ходили все, чтобы у нас было православие, чтобы семьи были. Приятное мероприятие, где собралась такая община православная, приятно видеть всех. Много интересных мастер-классов. Герман, тебе понравилось? Да. Приятное времяпровождение с детками. Помимо концерта была предусмотрена программа и для детей, ведь это праздник семьи и семейных ценностей, уверяют организаторы. Пока взрослые слушали концерт, дети с удовольствием плясали с аниматорами, фотографировались с пандами и белыми медведями, лакомились мороженым и учились мастерить своими руками. Все безумно понравилось, настолько интересно, настолько классно организован концерт. Продумали все до мелочей, и для детишек, и столько всего интересного, и пузыри, и мишки, и разные мастер-классы. Детки провели просто замечательно день. Стоит отметить, что это был марш «За», а не «Против». По доброй традиции таких шествий люди были с плакатами, но только с позитивными лозунгами. Ключевыми словами этого шествия стали «Дом», «Семья» и «Любовь».